Мы хорошо знаем выражение «за все надо платить». К сожалению, цена за соблазнительный высокий заработок бывает слишком высокой. Можно потерять все вместе. На кого можно положиться, когда речь идет о личных финансах? Приведу пример из жизни. Например, к вам обращается неизвестный вам человек, о котором вы ничего не знаете, с предложением дать ему денег взаймы и в обмен обещает вам золотые горы. Какая ваша реакция? Конечно, вы рискуете не увидеть не то, что этого человека, но и своих денег. Почему же, когда речь идет о депозитах и о банках, реакция должна быть другой? Поэтому, выбирая банк для размещения своих средств, нужно всегда помнить, чем выше ставка по депозиту, тем выше риск невозврата вклада. В первую очередь нужно понимать, что банки, привлекая денежные средства под высокие проценты, делают это по какой-то причине. Либо у них рискованная кредитная политика, и они активно раздают кредиты под высокие процентные ставки, либо они потеряли доверие заемщиков и поэтому вынуждены покупать деньги по высокой цене. Надежный банк никогда вам не предложит максимальных процентных ставок. Зато в обмен он предложит вам безопасность и гарантию возврата ваших средств. А что может быть важнее? Укрсыбанк, BNP Paribas Group.